Всем привет! Продолжаем проходить Resident Evil 5. Я тут теперь буду проходить не один, я себе нашел напарника. Поздоровайся, напарник. Да, всем привет. Так, мы будем продолжать там, где я закончил, ну, почти в самом начале. Давай, жми, готов. А у тебя пистолет-то покруче, чем у меня. Ну так. Ну так, а тебя другого не было? Не с пальцами шевелами. На врага идти. Ну да. С пукалками. Кирк, мы у тебя в долгу. О, привет, Шева. Ну все, нам прорвали здесь путь, так что мы можем рваться вперед. Намного приятнее играть с живым напарником, а не с искусственной дурочкой. Да нет, там уже все. Туда даже нет смысла бежать. Ох, тут надо еще вспомнить, как надо управлять этим. Ну я как всегда ворую свои 400 рублей заслуженные, которые я привык всегда брать. Да, пошли, пошли. Куда-то хоть идти-то. Да за мной беги. GPS включи, помогает. Хочешь попрыгай туда? Не советую. Я там уже все забрал. Этот, как его, Крис Клептоман. Ага. Бегает, а по дороге все в карманы. Как всегда, история Resident Evil. Очень интересные курсы. Да. Очень познавательно, но ничего не понятно. Кирк. Да. Кирк сделал вид, что не услышал. Это да, он как-то его проигнорировал. Ну. Ой. Давай я лучше возьму, у тебя и так как шесть. Ах ты! Он стоял, пытался кнопку нажать, какую надо, и все равно стырил. Да, и кто после этого из нас криптоман? Подбрось. Да я не надо, зачем? Там только посмотреть на ключик. Пропусти эскейпом. Там лишняя трата этого времени. Я думаю. Ну ладно, ладно. Чтоб показать. Давай! Но ролики мы будем пропускать, правильно? Так. Я просто тут никогда не был. А, ну тебе вообще в кайф играть в первый раз ею. Ну, ой. Ко мне спускайся, тут бешеная негритянка, которая насилует мужика, и она развернулась ко мне. Смотри, у нее какие вопли, крики. Ай, больно ей-то как. Блин, даже не дал мне ударить ее. А ну-ка. А, все, да? Ну это патроны мои, не дам тебе. Да бери, бери. Давай, усатый дядя, иди сюда. Воу. А, там негр, я и забыл про него. А, блин. О, вла. Хера себе этот пендель стреляет. Все, уз. А, я думал, он еще жив. Слушай, тут где-то крики еще были. А, то там. Там, да, дядька с усами. Да все, все, ты его ломал. Там если... это... там, по-моему, сзади кто-то ломал. Да, кто еще? А. Тебя там кромсают уже? О. Главное, у него два топора, один в руке, другой за этим. За спиной. Страшный дядя. Тубли патроны, я думал, я травку красную взял. Какой я наивный. Давай, насилуй помидоры. Денежки. А, блин, сука. Ах ты козел с мачете, а? Блин, теперь Крис хромает. Да, давно я не играл в Резидент. Да, теперь Крис еще и хромает. Тяжело двигаться. Тихо-тихо, там кто-то рычал. Ага, тут мужик. Ну, хоть без ничего. Давай, может я его добью? Нет, он не хотел ни за что держаться. Блин, нам бы еще травку найти. Ну ладно, я попытаюсь выжить. А что ты такой побитый весь? Ну как чё? Ну меня там мужик с мачете насиловал. Притом я уже был достаточно сильно ранен. Ну тебе как раз патроны нужны. Ну, давай. Подсади давай ты меня. Я все-таки полегче тебя, наверное. Если от травки обкурюсь. Так. Давай, иди. Ты пока иди, там безопасность там у тебя, как бы. А меня сейчас тут
трое этих будут африканцев насиловать. Он уже бегут. А почему? Тебя... Вот почему. Смотри, они вверху, но почему-то бегут не тебе туда, а ко мне спрыгивают. У меня что-то какое-то. Ты больше, с тебя навара больше. О, меня топором же кидать хотели. Но я его остановил. Блин, у меня два патрона. А, да, чёрт, она нацеловаться лезет. Блин, давай возвращайся быстрее. Да, блин. Да, блин. Чёрт. У меня сейчас будет агония. Давай быстрее спускайся. Хватай все, что там есть, и спускайся. Тихо. А, ты еще оттуда меня прикрываешь. Он еще живой? Нет? Ох, боже мой. Меня чуть не изнасиловали. Хорошо, что я умею быстро бегать. Ну, если без этого навыка в эту игру сунуться, то долго не проживешь. Ты все собрал? Да. Блин, найти бы еще какую-то травку, потому что лечиться одной зеленой — это вообще западло. У тебя этих задержки в пинге нету? Да, вроде нету. Ой. Да пусть он перелезет, наверное. Ага. А ты где вообще? Иди давай сюда, чё? Блин, на тебя называется засмотрелся, у меня здесь чуть... Вот это, понимаю, удар был. У него аж это... Протыкаю его, или он встает? Давай, Не получилось. Да понял, один выстрел твоего пистолета все решает. Не то, что моя пукалка, сколько стреляю в голову, все равно встают. Да что ты не могу понять? Сколько не собираю патронов, все их нету и нету. Осторожно здесь, товарищ, с бутылкой виски. О, блин, твою мать, у меня агония. Спасай, ВВВ буковку, давай быстрее. Есть. Давай убей его теперь. Уруя, он сейчас тебя убьет. О, я ему в руку. Ну, чекай. Опана. Двойное комбо. Еще давай, еще. Он еще жив? Он готов, давай, еще, добивай его. А, я думал, я ему еще сейчас пиндаля навешу. Так, вот теперь мы пришли и изнасиловали, да? Это да. Вот теперь меня тут изнасиловали, и мне срочно требуется медицинская помощь. Давай, бей его. Я бегу. Есть, я успел. И все, и он сдулся. Тут зажигатель. Рады, да? А? Рады. Я, конечно, рад, что я успел. Такой классный удар. Западло вообще пропускать. Ну, здесь везде закрыто. А, вижу бочку, которая на меня очень заманчиво смотрит. Как и я на неё. Полечиться? Да. Ну, нечем. Мне б тебе патроны, конечно, не помешало дать. Ну, жадность. Я вот вообще поражаюсь. Чему? Да вроде ж и стреляешь больше, и все такое. Но откуда у тебя патроны? Я же говорю, Криска клептоман. Он даже выковыривает их из-под... О, спрей. Спрей? Да. Так давай. Давай. Я жду. Кстати, сейчас эмблемку надо не забыть первую сбить. Вот это, понимаю, спрей вообще отлично хилит. Ты там собирай. Ну там после меня, правда, мало чего осталось. Ну, текай. Она моя. Да все уже, ей кранты. Не надо было отвлекаться. Блин, никак не достану. О! Давай! Есть, успел. Давай, я ей в глазик попал там. Блин, мужик, иди нахуй. Эмблему я сбил, так что не надо было клювом щелкать, да, Андрюх? Опс. Да. Неожиданно. Я все-таки хочу достать. О, я достал до советского телевизора этим ножиком. Износил. Теле бы технику ломать. Старинные часы. Давай сюда спускайся, здесь короткий путь. Иди сюда. Не работает. Вот, пошел. Ты там просто засоп, по-моему, открыл, да? Ну все, пошли. Куда ты побежал? Куда побежал? Там ничего же нет. Мы уже все обчистили. Сразу же ролик пропускаю эскейпом. Бойкая девушка. Да, здесь двери ногами. Здесь очень слишком трагические сцены, да? Аж страшно показывают. Дробовик чей? Дробовик мой, да? Да, забирай. Хорошо. Твой автомат тогда следующий.
Угу. А, прикинь, у меня как раз патрон на дробовик, а у тебя на автомат. Ну, так как надо. Кстати, я за яйцом. Да, без яиц ты не можешь. Нет, они же такие вкусные. Если она, конечно, его снесла. Если не...